Олимпийскую трассу в Сочи можно назвать одной из лучших в мире. Об этом сегодня заявил председатель координационной комиссии МОК Жан-Клод Келли. В воскресенье в Сочи завершился этап Кубка мира по горнолыжному спорту. По словам Келли, созданная спортивная инфраструктура экзамен выдержала. Нам осталось 723 дня до открытия Олимпийских игр. Время теперь идет очень быстро. Кубок мира, который прошел в субботу и воскресенье, прошел очень успешно. И мы с гордостью отмечаем, что Сочи начинает действительно присутствовать на карте зимних спортивных курортов. Это был первый и очень позитивный опыт на Олимпийской трассе, результат напряженной пятилетней работы. И сама трасса одна из самых впечатляющих в мире.